Снова здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас снова распаковочка от компании PD Paris. Это аналоговые духи очень интересной марки. Ссылочку оставлю в описании. Ну а сейчас пойдемте познакомимся сначала с их страницей. Компания PD Paris занимается производством аналоговой парфюмерии, которая на 99% похожа на известные бренды. Выпускается в своих оригинальных флаконах. Все ингредиенты закупаются во Франции, поэтому их смело можно назвать французскими. Производство это легальное, что подтверждает сертификаты. Продукцию можно только на сайте заказать, пройдя по ссылочке в описании, как это можно сделать. Вы выбираете парфюм, оставляете свой номер телефона и ждете звонка от оператора. Оператор также вам во всем подскажет и поможет подобрать аромат, исходящий из ваших предпочтений. Давайте посмотрим, какие же ароматы заказала я. У меня на обзор пришло 6 ароматов. Все очень достойны вашего внимания. Упакованы были вот в такую коробочку. И каждый флакон был упакован вот в такую упаковочную бумажку. Вот так вот берем флакончик. И вот так вот каждый был упакован. Это очень хорошо. С доставки они не повредились. На все духи имеется сертификат, это значит сертифицированное производство, и вы не попадетесь на плохое качество. Духи приходят в своих индивидуальных бутылочках и коробочках. Это значит, вы можете сэкономить на интересных флаконах, которые аналоги выпускаются в флаконах. Да? Вот такие вот у них индивидуальные бутылочки, очень красивые. И везде одинаково. Сами духи, вот здесь вот пишется, бумажка приклеена, какой у вас аромат. Также у них еще имеются маленькие флакончики. Вы можете заказать, если вы, например, не хотите на 100, или хотите поменьше, на 30, на 50, то вы можете написать продавцу, и они вам подберут любой для вас подходящий флакончик. Можете как в пластиковых бутылочках, так и в стеклянных бутылочках у них имеются. На разный формат, который вы захотите. А важно, что знаете, ребята, вот этот флакончик, помимо того, что вы откроете колпачок, можно еще открутить и туда залить новый аромат, который вам будет подходить. Это очень, мне кажется, удобно и хорошо. Мне в этом плане очень понравилось. Сейчас я вам покажу все свои ароматы, которые мне пришли, и немножко о них расскажу. Первый аромат я выбрала на 30 мг. Очень компактный, можно с собой брать. Это у нас Amor Amor. Фруктово-цветочный аромат. Очень мне понравился, очень долго держится, стойко, но на одежде можно полдня проходить спокойно, и вы будете его чувствовать. На коже, конечно же, немножко подольше. Но в целом очень хороший. Бутылочки тоже также красиво оформлены парижской картинкой. Ну вот, очень понравились. Что могу сказать? Аромат интересный, очень притягательный, нежный, я бы даже сказала. Поэтому присмотритесь к нему. Картиночка на аналог я обязательно вставлю сверху. Поэтому присмотритесь и закажите, если вам понравится. Вот я выбрала на 30 мг. Чисто для пробы. Следующий аромат уже был в большой упаковочке на 100 мг. Это Mary Me. Очень понравился. Такой, знаете, непритягательный аромат. Я их также наносила на бумажку для того, чтобы проверять. Держится на теле очень долго. Это плюс. Аромат такой нежный, фруктовый. Ну вот я люблю сладкие, поэтому для меня это нормальный фруктовый аромат. Это вообще классно. Флакончик, как я вам уже говорила, очень хороший. Ну вот что могу сказать. Стоит заказать. У меня на 50 миллиграмм, не на 100, а на 50 миллиграмм, извиняюсь. А также можно на сайте заказать, ребята, кстати, и на 100 миллиграмм в определенных флаконах. Ну вот, Mary Me, напоминаю, картинку вставлю вот сюда.
Следующий аромат – это молекулы Эксцентрик 01. Очень нежный, цветочно-фруктовый тоже аромат. Я, по сути, все заказывала цветочно-фруктовые ароматы, но все по-своему они индивидуальные. Очень понравилось. На одежде держится очень долго. И приятный аромат. Также нанесла его тоже на бумажку. Очень стойкий запах. Поэтому присмотрите, картинка будет здесь. Очень красивый и очень стойкий аромат. Следующий я заказала тоже на 50 миллиграмм. Это Флора. Очень популярные духи. Это уже не просто фруктово-цветочный, это идет именно цветочный аромат. Очень понравился. Первый, если вы помните, приходили золотистые бутылочки, а в этой уже пробочка черная идет. Это можно тоже различать. Напоминаю, что наклейка с ароматом у вас всегда сбоку есть. Вот такая же бутылочка. Аромат нормальный. Стойко держится долго. Но вот все-таки мне больше нравится фруктово-цветочный. Но это тоже, ребята, неплохой. Поэтому картинку на аналог я поставлю сверху, как вы знаете, сбоку. Поэтому проходите по ссылочке в описании и заказывайте. Ну а мы проходим к следующему аромату. Следующий аромат опять на 50 миллиграмм. Как вы поняли, я большинство заказала на 50, но есть и на 30. Напоминаю, что вы можете заказать разного размера флакончики. Как на 15, как на 10, на 50. И какие вы напишите только продавцу магазина, и они вам скажут, какие у них можно миллиграмма заказать. Напоминаю, это Барбари. Аромат фруктово-цветочный. Держится очень, ребята, стойко. Вот мне понравился он очень сильно. Поэтому в будущем, может быть, еще закажу. Но хотя этих духов мне сейчас должно, по идее, хватить надолго. Можно хоть каждый день разными ароматами пользоваться. Очень фруктовый запах. Больше сюда подходит, чем цветочный. Поэтому мне он очень понравился. Картинка аналога я вставлю здесь. Поэтому посмотрите, присмотритесь. Очень интересный аромат. Ну и напоследок я оставила свои любимки. Это императрица. Мне кажется, многие ей пользуются. Это фруктово-озоновый такой, знаете, аромат. Очень долго, стойко держится. И очень нравится. У нас комары летают, поэтому прошу извинения. Императрицу я вообще обожаю. Я всегда у нас в городе покупаю на разлив. Но сейчас я нашла этот сайт и буду заказывать там. Потому что там аромат намного лучше. Держится более суток. Поэтому рекомендую всем. Я заказала на 30 миллиграмм. Вот такой вот флакончик. Напоминаю, что на пластиковых у вас сбоку написан аромат. А на стеклянных тоже сбоку наклеена наклеечка. Аналог, картинку я вставлю в этом краю. Если вам понравилось, то заказывайте. В компании ПДПРИ вы можете порадовать своих родных и близких, подобрав любой аромат, который нравится вашим родным. Если вы не можете выбора сделать, то ваш любимый аромат вы все равно там найдете. Положите в корзинку и напишите продавцу, отправьте. И вам тут же перезвонят и смогут подобрать любой вам понравившийся аромат. И выбрать объем, который вы хотите. В компании ПДПРИ все ароматы сертифицированные. Поэтому вам должно понравиться. Проходите по ссылочке в описании и заказывайте. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И желаю хороших покупок. Всем говорю пока-пока. Дорогие друзья, на компанию ПДПРИ сейчас идет акция. При покупке 3 ароматов 4 вы получаете в подарок. Поэтому проходите по ссылочке в описании и заказывайте.